Витязко. Школа блогеров. Мы вообще в целом считаем и отталкиваемся от этой концепции, что, во-первых, пользователь – это очень важная часть сайта. Не просто читатели, не просто писатели комментариев, а люди, которые умеют, могут и как минимум хотят делать что-то более масштабное, что, там, писать какие-то тексты, посты в блогах. Но очень важно для этого их направлять. Очень важно помогать им понимать, что хорошо, что плохо, что интересно, что неинтересно, что не нужно ставить точку в конце заголовка, что вот эту вот такую простыню, наверное, прочитают 3 человека, а вот такой текст прочитает 100, 1000 и так далее. Для этого у нас существует не только для обучения, а в целом для работы с пользователями, у нас существуют социальные редакторы, то есть отдельных 2 человека, которые занимаются блогами, которые занимаются блогерами, которые постоянно с ними общаются, которые постоянно говорят им: парни, вот вы делаете то, все отлично, плохо, вот занимаются менеджментом вот этого всего нашего UGC, то есть User Generated Content. И школа была одним из таких вот инструментов собрать всех этих людей, как-то цельно им дать какие-то вот самые-самые базовые, самые-самые важные штуки, которых на самом деле для большинства достаточно. Какой-то выход от этого точно есть. Хотя это не было основным, это не было нашей задачей найти там людей в штат. Это было, задача была сделать так, чтобы люди, которые... Многим людям не нужно стать журналистами. Хотя некоторые не уверены, некоторым кажется, что они хотят. Многие не совсем понимают, что это такое. И важно, чтобы человек, который хочет, получил эту возможность. Человек, который не хочет, тоже получил возможность писать хорошо, интересно, умно, так, как ему это нужно. Витязкоп. Спортивное видео.